И ты там сказал, что я считаю Райтрауна серым. Охуительный довод. Только вот я никогда не считал так и, главное, не говорил такого. Монтёром шутящим про писки, да, но это за серость канает едва. Так какого хуя ты свои мысли выдаешь за мои слова? А что, правдивее звучать, он тогда выдал фразу, которую меня рассмешил. Разрази меня гром здесь и сейчас, если в этом хоть капля лжи. Аргументация уровень бог. 10 курток из 10. И раз ты сегодня здесь, значит, этим их смог убедить. Окей. Да я знаю. Ваня вчера за 4 банки пиваса отымели по кругу бомжи. Был дело, да. Разрази меня гром здесь и сейчас, если в этом хоть капля лжи. Все еще не гром. Осторожно. И как ты видишь... Не, нормально. Все.